Наверное, я что-то напутал. Да, вот так. В сейфе лежит манускрипт в толстой обложке. На ней тиснение «Книга Дагона». Уже поздно. Пора готовиться к отъезду. Не хочу провести ночь в этой дыре. У вас есть койка на ночь? У нас много свободных номеров на верхнем этаже. Оттуда прекрасный вид на город. Отлично. Просто замечательно. Эй, сэр, с вами все в порядке? Вы сейчас как-то странно выглядели с минуту. Побледнели совсем, а глаза стали черные, как угли. Будто вы привидение увидали. Все нормально, спасибо. Это все местный морской воздух виноват. Мне от него нехорошо. Энсмаутский бриз не для чужаков. Чарли, пойдем со мной. Мне нужно тебе кое-что сказать. В тишине. Простите, сэр. В Энсмауте обычно без дела не сидят. Я скоро к вам вернусь. Это ключ от заднего кабинета. Открыто. Нет тут ничего важного. Резак запачкан кровью. Я не буду его трогать. По всему кабинету раскиданы отрубленные части тела. Да что тут творится? По всему кабинету раскиданы отрубленные части тела. Интересно, какие тайны скрывает эта книга? Да что тут творится? Идите за мной, сэр. Я покажу вам ваш номер. Я слышал, сегодня ночью в доме старого Уэйта было убийство. Все считают, что старый дурень убил собственную дочку. Говорят, он был с ног до головы ее кровью заляпан. Пришлось его оттуда увезти, а он кричал и плакал. Я думаю, его за это линчуют.
сэр, вы все еще бледный. Вам нужно отдохнуть. Спокойной вам ночи. И не шумите в номере. В Инсмауте народ тихий. Старые ящики. Ничего, уже поздно. Других гостей лучше не будить. Тут ничего интересного. В комнате с закрытым окном достаточно холодно. Уже поздно. Других гостей лучше не будить. Уже поздно. Других гостей лучше не будить. Старый шкаф. В комнате с закрытым окном достаточно холодно. Уже поздно. Других гостей лучше не будить. Не открывается. Не открывается. Закрыто. Не открывается. Слишком тяжело, чтобы можно было сдвинуть. Уже поздно. Других гостей лучше не будить. Я не могу здесь спать. Это не мой номер. Старый шкаф. Так лучше. Не очень-то безопасно, но больше я тут ничего поделать не могу.
великий город Гнакотус. Отдыхай, Джек. Ты в безопасности. И что бы на свете, Джек? Куда ты хочешь идти? Мы твое прошлое, Джек, и твое будущее. Я не понимаю. Поймешь со временем. Гилмен, где ты разместил чужака? Наверху, в 401 номере. Пойдем, возьмем его. Закрыто! Наверное, с той стороны щеколда. Он проснулся. Я слышу, как он двигается. Ломай дверь, идиот! Откройте ее! Быстрее! Он идет за второй. Проверьте дверь. Дверь не заперта. Мы его взяли. Дай ему уйти. Замок на этой двери сломан. Стой! Мне нужно забаррикадировать дверь. Быстро. Не поддается. Он наверху. За ним. Поддается. Уничтожьте его! Убейте его! Взять его! Не поддается! Не дайте ему сбежать! Он на крышу лезет.
стреляйте в него! Чужак, иди сюда! Он мой! Умри, чужак! Ничего и никого. Ваш сказал вам, что это за бой? Начальник видел, как тот шнырял в городе и выспрашивал у всех про этого мальчонку Бернема. Что ему известно? Да ничего особенного, только слухи при истории. Это не важно. Его убьют до рассвета. Орден выслал много людей, которые ловят его по всему городу. Ему не уйти далеко. Один полковник. Может, он сейчас спрятался где-нибудь на этом складе. Это он! Марш сказал, что это за парень? Нет,
Но Чарльз видел, как тот шнырял в городе и выспрашивал у всех этого мальчонку. Его убьют до рассвета. Орден выслал много людей, которые ловят его по всему городу. Это он! Умри, чужак! Убить его! Убить его! Не открывай! Встать, район! Дайте ему уйти! Взять его! Не открывай! Что такое? Уничтожьте его! Нет, но Чарльз видел, как тот шнырял в городе и выспрашивал у всех про это мальчонку Бернера. Что ему известно? Да ничего особенного, только слухи да истории. Это не важно. Его убьют до рассвета. Орден выслал много людей, которые ловят его по всему городу. Ему не уйти далеко. Хватит болтать. Может, он сейчас спрятался где-нибудь на этом складе. Это он! Он там! Он тут! Убить его! Обыскать район! Не дайте ему уйти! Рассредоточиться! Крышка приделана на... Я не смогу туда попасть. Сосредоточиться! Обыскать местность! Не дайте ему уйти! Рассредоточиться! Обыскать
Эльпид! Убить его! Не дайте ему уйти! Обыскать местность! Уничтожьте его! Рассредоточиться! Обыскать местность! Кто здесь? Никого не видел? Пока нет. Я слышу, он меня зовет. Мой отец знал ответ. Я не могу нормально думать. Мы его упустили. Возможно, он как-то выбрался. Откройте передние ворота. Аллеи и улицы. Именем Ордена Дакона. Найдите чужака и убейте. Проклятие. Этот Орден и правда смерти моей хочет. Нужно быть начеку. На столе нарисована какая-то таблица.
Все ящики заперты. Не поддается. Остановите его! Кто здесь ходит?